Гребает от асфальта жертв очередной покупки киберпанка, простите. Так, трассировку учили, да, невероятно, качество все поставили. Ой, наивысшее, ага, конечно. Корпораты, ну, дитя улицы я врублю, не хочу корпораты. Женский персонаж. Понял. Оденьте кто-нибудь ее, пожалуйста. Крейфилд! Тут была купинца. Будем проверять карту. Но с Богом. Да, я рисковать не буду. Но, скорее всего, должно быть найти. Где море? Кирк. Еще бы сценаристы писали так же, как графический программист. Был вообще супер. Я с утра ничего не ел. Еда — это хорошо. Какая оценка патча? У меня есть подарочек. Мне нужно показывать RTX с политом. Сейчас у меня партнерство. И они выпустили, блин, патч и просто испортили все. Это 1.5 из 10, я бы сказал. Нет, -1 из 10. В обратную сторону идем. Гре ванили сколько ставил? Ну, сначала было 7.5 или 8, потом было 4 из 10. НЦ самое. Графон здесь охуенный, не спорим. Анимация оружия от первого лица классная. И муза нахуй. За что 3 балла? Ты про патч? А, да, стало хуже работать. Кое-что поменяло в учебном материале. Экс. Ага. Убери его по-тихому. Да у какого входа-то, блядь? Так на сколько? На 7. Ви! Цель заводителя! В играх, где есть несколько сложностей, я лучше... Чем выше сложность, тем больше по тебе, естественно, урон идет, но тогда и по другим тоже должен больше урон идти, а не наоборот. Грубо говоря, один выстрел в голову, и на высокой сложности вдруг внезапно надо 18 их сделать, и ты такой... Ну, люди обманывают себя, говорят, ну это хардкор, типа, так как Dark Souls, я не знаю, что они там еще могут сказать. Блять, как это было сложно. После 10 минут там они сидели где-нибудь в углу. А, боже. Отлично. Скоро будем у тебя. О, он едет с силой мысли. Сама Ханака Араса. Хочу от имени Сати МС пожелать вам веселого и мирного праздника. Повеселись, Найт-Сити. После паузы. Киберпсихоз — это миф или реальность? Узнай. Почему такой механизм дизайна? Потому что дизайна нет. Для текстуры, если так подумать, это вообще все. У тебя может быть низкополиканальная модель, но если ты хорошо поработал над текстурой, она будет выглядеть очень круто. А если текстура не очень, то какая бы... Насколько бы детализирована была модель, это не поможет особо. А чё, не надо было красному повенчать? Ой, кися. Помехи там, знаешь, туман, размытость. Баги. Супер. В последнее время на улицах стало много киберпсихов. Ты, наверное, в курсе. Блин, мужик. Думаю, контакты ты сыщет. Лично тебе нравится игра, сюжет? Нет. Я графон показываю. Ну, клевый. А? Так я ответить должен был? Алло? Видимо, нет. А куда? Куда ты меня привез? Высаживайся. Куда ехать? Куда? Короче, Декс уже купил у мальстрёмовцев бота. Как RTX? Он красиво. А? Кто-нибудь, отключите музыку в клубе. Тебе подумаешь над моим предложением? Там квест-дизайнер что-то хвалился, говорил, что это просто гениальная штука, над которой он работал. И типа, это вообще невероятно. И такое типа, лайки, ретвиты, пожалуйста. Я что-то... Ну ладно. Надо понять, как отсюда...
А вот Mirror's Edge играем. Как классно убегать от выстрела, да? Еще по стенкам можно было бегать. Вот здесь. Пок-пок-пок-пок. Жесть, он крут. О, это ты. Привет, Оксимирон. Я говорю, я не смог разведить. Ну, то есть, вообще никак. Какать. Не, графон — мое почтение. Вообще просто, боже, просто обалдеть. Обидно, блин, люди стараются, художники, просто эти программисты там. Скажи круто, ты можешь в любой момент устить. Не реиграбельно? Вообще, да, есть такое. Так что Ведьмак 3 намного реиграбельнее, чем это Киберпанк. Источники сенсорных сигналов проявляются, когда ты переключаешься на... Как же похуй. Вау, красиво. Прям Radiohead клип с Point Cloud, думаете? Путёв. На землю! Ворвайся! Здесь! Целуем пол, живо! Блин, я призрак. Я влияю на прошлое. Оценка озвучки. Норм. Может, перерыв? Не, это много. Ладно. Ну, типа... Сейчас как и можем начинать. Она, короче, Райнер играет как Вик, менее театрально. Это... Звучит прикольно. О чем вы договаривались? Меня не имеют. Не очень озвучила. А что мне нравится? Мол, текст, который она читает. Читает она вроде хорошо. Судя по виду, ты просто быстро место и место для Ельбы. Это, кстати, финальный босс прошел, если что. Простите, спойлер, но просто чтобы сразу не чтобы вы не разочаровались, если первый раз будете играть. А, боже, тут надо... Как-нибудь можно... Да что... Да год... Так будет легче найти, где Юри Нобу держит Биачи. Помогите мне, бля... Все, можно сворачиваться. Закрывай редактор. Ура! Че такая грустная? А, не грустная. Спасибо. Оксимирон. Конечно. Сердце Найт-Сити бьется прямо в этих стенах. Не знаю, тут пустырь барная. Ты представляешь? Мне кажется, от первого лица игру было делать плохой день. Оценки не нужны режиссеры, да? Ну ладно. Но вообще он хотя бы не может выкосить, если понадобится. Фиал, делай игру новую. Да, пока. Не знаю. 42, ха-ха. Система исправлена. Ну, отражение есть. Только самому персонажу, блин, они чуть не отображают. Пускай болт откроет замок. Увлекательный геймплей. Теперь ты, Бак. Да, сейчас. Мне нравится, как этот персонаж, ну, Бак, она пропадает в стиле, типа, ах, блядь, и все, и мы ничего не знаем. Бак. Не знаю, кто это. А, он теперь встает? Типа, они так сделали. Ну да, это был очень важный баг, который надо было исправить. Меня спросили, типа, а как бы ты сделал, я бы удалил игру. Хакеры так и взяли. Кстати, да. Прикиньте, сесть за киберпанк. Прикол. Да, давай попиздим. Красиво. А, так вот в порядке. Пиздёж. Фига, Джеки молодец. Я разберусь. Я на графон лучше посмотрю. Вау! Стоп, а в игре же нет Wake the Fuck Up Samurai? А, блядь, чё? Я только сейчас понял. После прохождения игры. Ну, типа, это было... Это хорошее же интро, типа, он такой встает, и мы что-то побегали, в какой-то синей хуйне увидели, он... Ты кто? А кто я? А ты кто? Очень странно. Ой, все, хватит. Как-то так. Киберпанк — это как вибратор без батареек. Он есть на нахуй?
Бля, вот это пиздёж, неплохо. Жесть. О нет, сеньор квест-дизайнер говорит про метрики. Rest in pepperoni, блять. Любители подрочить на эти, на функции на экране. Бля, как же они трейлер просто собирают из того, что у них было. То есть почти все они такие показали и типа создают какое-то ощущение того, что нихуя, там можно вот с этой вот туда, можно вот так вот все делать там. Типа нихуя, там, наверное, столько всего будет, блять, да японцы просто соснет там. Блять, лучше доделать и не пиздеть. Ебать, нахуй им тогда надо было это рекламить и пиздеть про все это, я не понимаю. Ой, блять. Не, ну чё, зато, короче, зато зарплату всем заплатили, да? Зато у всех были деньги. Все молодцы, все поработали, все получили свою денежку. Чё еще нужно? Let's go. Ну работает, чё? Нихуя. Бля, я не понимаю, а нахуй эти концепты делать, типа фейковые? То есть мало того, что вы ограничиваете себя тем, что вот то, что вы показали, вам, скорее всего, придется делать точно так же, хотя планы могут поменяться. На эту хуйню тратить время зачем? Они даже анимации те же не использовали. Нахуй просто, они просто это все в помойку выкинули. И ради чего? Ради того, что просто, типа, предзаказов побольше стало? Пиздец. Не, ну, начальство тут, конечно, видимо, попросило. Я не понимаю, кто это просил делать. Вот кто долбоеб? Ну, то есть, не то чтобы... Интересно, кто козел опущений и прочее. Ну, типа, реально, мне кажется, все долбоебы. Я тоже. Я не понимаю, чем людям понравился Control. Я честно, я искренне. Я без всякой хуйни, ребят, я просто не понимаю, правда. Она меня еще в самом начале задушила, я ее просто пробежал с читаемой уже после. И удивился, насколько она еще душнее, еще сильнее душит тебя при прохождении. Даже с читаемой. Как и Red Dead Redemption. Типа, я просто не понимаю, ребят. Yeah. Pre-order now. Based on the legacy of Seven, yeah. Друг, они реально за полгода просто заебашили. Типа, они просто, типа, не спали. Просто, не знаю, нюхали кокаин и такие, типа, вперед! Типа, быстрее, быстрее. О, сейчас что-нибудь сделаю. Я ничего не делал. Не спим, блядь. У меня нет такого ощущения, что, типа, о, я жду игры, игры. Мне кажется, все, ушла эпоха. Вот это. Обратите внимание, что сейчас игры очень часто, опять же, выпускают, типа, и на ностальгии, типа, ебашат, дрочат на ностальгии. Что, мол, помните, как там, помните, как вот в этом. Ну и, естественно, делают вот эти франшизы, которые ставят на конвейер. For refund. Блять. Что не говно? То, что сделано искренне, то не говно. Люди, которые не искренне к самим себе, не смогут замечать искренние вещи, к сожалению. Такая игра прям очень впечатлила. Помимо Death Stranding из дорогих, то, что выходило, это, наверное, Нир второй. Нир второй был супер. Но что-то еще было. Я на HPG играл классную игру, мне очень понравилось. Где ты кубик и пытаешься сбежать из разных таких форм, круглых и прочее. Было обалденно. Блять, как охуенно. Просто пиздец, я прослезился. Логан, кстати, написал в Твиттере, что он не понимает, что все жалуются. Он сидит, играет в киберпанк после патча, ему классно. Типа, мы все зажрались. Я просто не понимаю, зачем на месте CD-проекта, ну, вообще существовать? Можно было бы другим бизнесом заниматься. Все равно уже это зашкварились. Зачем вообще игровые компании нужны? Типа они все равно никого на работу не берут. Вы видели людей, которые работают в этих компаниях? Я нет. Ну, потому что их и нет. Киберпанк хуйня, да, но для меня. Для других, возможно, это кайф 10 из 10, патч 1.7, 10.7.7, все решит их проблемы какие-то. Я не знаю, о чем люди говорят вообще. Мне не понравилось вообще. По итогу. Короче, киберпанк можно сравнить с едой. Ты думаешь, ну тебя принесли, ты заплатил типа 2500, допустим, за блюдо какое-то в ресторане, типа пришел, не знаю, праздник. Тебе приносят много всякой разной хуйни, ну по-малому, а не одно блюдо. И ты такой, ну ладно, ешь, и такой, ну наверное вкусно, все просто вокруг тебя сидят такие, это так вкусно. И ты такой, ну наверное, да, мне тоже вкусно, наверное, да, я что-то чувствую, типа да. Ты такой, ну вроде неплохо было. Выходишь из ресторана, ну, ты начинаешь блевать, у тебя понос из жопы идет, и ты понимаешь, что это было невкусно, и тебя наебали на бабки. Ну вот, и вот примерно, наверное, так можно описать. Ну да, как-то так. Не, ну смешно. Говорю, блять, я прошел киберпанк вот из-за таких моментов. Я буквально сидел и всей этой хуйней наслаждался. Я кайфовал. Там люди в этот момент что-то сидели, срали, типа, фу, киберпанк говно. Я такой, да норм, баги, чего? Найс, nice кок.